Новосибирск станет частью большого спортивного праздника. Завтра в мегаполисе пройдет «Зеленый марафон». Это благотворительное мероприятие в День защиты детей организует Сбербанк в 60 городах страны, от Калининграда до Владивостока. Спортивная программа включает в себя различные дистанции. Основная – 4 километра 200 метров. Это 1/10 часть марафонской дистанции. Ее смогут пробежать все желающие, достигшие 14-летнего возраста. А профессиональные спортсмены попробуют силы на дистанции в 10 километров. Также состоится детский забег и впервые инклюзивный. Кроме того, как отмечают организаторы, в рамках «Зеленого марафона» пройдут социальные акции по сбору средств для благотворительных фондов и высадки новых деревьев на Михайловской набережной.